400 дворян с оружием, Анаре! Если бы не генерал Лафайет... Хватит! Хватит! Здесь вам не рыночная площадь! Слишком много слов, да мало дела! Ну, хоть кто-то с добрыми вестями. Арно, что ты узнал у ювелира? Я. Они учатся. Жермен сделал эту булавку для человека по имени Лафреньер. Ты уверен? Уверен. Магистр де Лассар верил в его преданность. Что ж, твоя задача ясна, Арно. Найди Лафреньера. Я нашел его, месье. И все решил. Ты что это несешь, щенок? Я узнал, где Лафреньер, затем пошел и убил его. Не слышно. Ты что, с ума сошел? Ты смел нарушить мир? Еще раз ослушаешься, сражающий невежда. Я лично придушу. Совет ценит твое рвение. Но помни, цели выбираешь не ты. Ты должен был прийти к нам. Простите, учитель. Мне казалось, я нашел виновного в смерти месье де Лассера. Некоторые факты указывали на то, что в будущем он собирается нанести удар по братству. И я решился. Казалось, некоторые. Но теперь я не понимаю его мотивов. В его памяти я увидел, как он писал месье де Лассеру, предупреждая об опасности. Перед войсками он говорил про нападение на клуб в Море, а не про наш. И что ты думаешь? Не знаю. Я хотел бы узнать больше. Не одобряю. У юноши бесспорно талант. Но жажда мести ослепляет его. Пусть продолжат другие. Времени нет. Планы Лафреньера воплотятся в жизнь сегодня. Он спросил разрешения, Гиом. А? Ступай, узнай, что сможешь. Но! Без лишней спешки. Да, учитель. Привет всем, уважаемые подписчики, ну и, конечно же, привет всем зрителям моего канала. С вами Димка. И я продолжаю прохождение игры Кредо Ассасина Единство. Желаю всем приятного просмотра. Арно, привет. Ouais, il est impressionnant. Подумай лучше о себе. Скажи, кого ты подставил. Oh, merci. Dieu vous le rendra. Sortez ! Nous ne pas mangeons ! Un client est toujours le bienvenu.
Regardez-le faire. Так, ну что ж, опять на крышу. Вот и оно. Что же привлекло сюда Лафреньера? Наверх его! Быстро! Латуш, сколько лет? И сюда пробрался, да? Старый знакомый. Новая задача – найдите Латуша, и дополнительные задания у нас. Убийство из укрытий – надо сделать 2, и стрелков довести до безумия 2. Давайте с этого начнем. Давай, добей его. Живучий какой попался.
Так, давайте осмотримся. Так, вот замечательный вариант. Открытое окно. Там происходит. Не знаю. Я тебе не заведую. Что это значит? Что всем нравится, когда суют нос в их тело? За похвалу Бруту полагалось смерть. Так, а вот и Латуш. Калигула казнил собственной персоны выследить, да? Когда тирания придумала оскорбление величества, политикам дай воли никогда не умолкнут. Тогда пойду, сделаю кофе. Ну, долго еще ждать? У меня и без того немало дел. Прошу терпения. Великий магистр хотел, чтобы осталось поменьше людей. Надеюсь, мы наконец узнаем, зачем мы все это делали. Все станет ясно. Боязно мне. План не доработан. И не будем забывать о том, что Лафреньер с удовольствием сожжет нас всех на костре. Значит, вы не слышали? О чем? Лафреньер убил пару часов назад. Ассасины. Как это? С ассасинами всегда. Так, подождем. Ничего не спросит. Сразу начнут резать. Да. Так предсказуемо. Идем. Пойдем, капитан, и начнем. Зачем усложнять себе жизнь? Так, еще за ними надо следить, куда они тут идут. Кто это меня чуть не заметил? Ой, как мне повезло. Ничего себе. Тик-так, друг. Ну уже говори. Зачем усложнять себе жизнь? Так, ну вроде бы успокоился, возвращается. Так, и куда он наверх? Простой вопрос. Ответь на него, вот и все. Закончили? Почти что. Пойми, друг, мне все это не в тягость. А ты протянешь еще час, может два, полчаса, если постараюсь. Давай пропустим эндшпиль и сразу поставим мат. Ответь на вопрос, и все тут же кончится. Люксембург. Что-что? Люксембургский дворец. А ты был умен. Руй! Тебе пора. Я сейчас. Заставили полетать. И вы выкинули его из окна? Мусору место в канаве. Зря. Кто-то мог увидеть. Кто? Мои люди следят за всем. У добрых самаритян ни шанса. Надеюсь. Магистр будет недоволен, если план рухнет из-за одного мертвого. Ну что ж, я думаю, пора. Здесь у нас тупик.
тогда же обещал поддержать Конституцию. Великие дела требуют терпения, друг мой. Если несчастье Парижа позволит нам изменить мир, пусть будет так. Почему бы просто не убить его? Мой человек, нож, темный переулок. Все просто. Капитан, нам нужен осужденный, а не мученик. Терпение. Простите, великий магистр, но лично мне кажется, что чем дольше мы терпим, тем больше рискуем. Ассасина уже нашли, Севера и короля нищих. Север и король нищих уже в прошлом. Их смерть не станет для нас помехой. И мы знаем, что ассасинами можно и должно манипулировать. А дочь де ла Сера? Если она соберет старую гвардию, жди беды. Проблема решится сама собой. И как же? Мадмуазель де ла Сер направится в особняк Вуазен. Побеседовать с Лафреньером. Увы, месье Лафреньеру больше нечего сказать. Элиза! Умно, магистр. Арно, ты бы еще голову просунул бы туда и громче закричал. Простите, но фортуна переменчива. Верно. Притворение планов жизни я поручаю вам. И откуда они здесь взялись? Сам же тем временем направлюсь к свете. У вас есть яйца? Этого довольно, капитан? Я утрою охрану. Что? Да направит вас отец понимание. Пойдем, запрем все, а потом выпьем. Ох, да, здесь их... Шпион еще тут! Еще и панику подняли. Найди шпиона! От меня ему не скрыться! Поймать! Следите за выходами! Он хочет сбежать. Так, трое здесь. Не упустите его! Куда они? Здесь шпион! Ловите! Не упустите его! Так, и вот у нас герб, друзья. Давайте сейчас заберем его. Тут шпион! Найди шпиона! Не упустите его! Похоже, тут шпион! Что это был? Что, давай, смелей. Поймать! А что ж такое, Арно? Шпион еще тут! Давайте, надо ноги отсюда уносить. Ugh.
Часть 6. Воспоминания 1. Якобинский клуб. Воспоминание завершено. И мы продолжаем. Замечательно. Давайте пойдем по крышам, потому что что-то... видимость такая плохая. Так, ну вот, практически добрались. Часть 6, воспоминание 2. Засада тамплиеров. Элиза! 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 Черт, где же? Вуазен? Проклятие!